В Красноярске открылся гастрофорум 2024. Он будет идти 2 дня. Гостей ждут лекции, мастер-классы о трендах ресторанного бизнеса от шеф-поваров и управляющих известных заведений. Участники узнают о гастрономических театрах, еде будущего, генетике питания и о многом другом. Главная площадка, где проходит гастрофорум 2024 – Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Это часть большого нашего стратегического проекта, который связан с фуд-индустрией, сити-фармингом, с хорикой. Называется это гастрономический форум, который объединяет и профессионалов в сфере гастрономии, и людей, которые только присматриваются к этой сфере экономики. Наша задача и популяризировать это направление, и выращивать новые компетенции, быть, как и положено, федеральному университету площадкой для обсуждения ключевых вопросов в этой сфере. Основная цель форума, по словам директора Института гастрономии СФУ и соучредителя Беллини Алексея Горинского, влюбить молодежь в ресторанно-гостиничный бизнес. Кроме того, эксперты считают, что развитие отрасли положительно влияет на экономику Красноярского края. В гастрономии вовлечены все индустрии, как дизайн, как промышленное производство, производство продуктов. И таким образом развитие гастрономии влечет за собой развитие всех остальных векторов экономики. Это первое, а второе, самое главное, это увеличивает вообще культуру, меняет культуру потребления, культуру общения и вообще позволяет нам вспомнить о своих корнях. Мы до революции 17 года были гастрономической державой в мире, а наши сельскохозяйственные рынки были номер один в мире. Там сейчас нужно это все возродить. Помимо русских экспертов, гастрофорум посетили специалисты из Казахстана и Белоруссии. Также на форум приглашены более 700 участников, около 50 спикеров и 43 города. Форум продлится 2 дня, 15 и 16 октября. Попасть на него может любой желающий. Условия для участия есть на сайте гастрофорума. Всего в Красноярске работают около 1000 ресторанов. Заведения города ежегодно становятся лидерами кулинарных премий и попадают в листы лучших ресторанов Сибири.